Короче, все, я не могу. Я постоянно зеваю, смотрю, вот даже смотри, развлекухи, которые, ну, есть у каждого там игра, да. Я просто смотрю в экран, и я зеваю постоянно, я не знаю. Я не вижу смысла пить кофе постоянно. Кошка спит. В общем, это единственный вариант — это в качалку и там узнать. Просто я могу прийти, мне там, ну, там, наверное, на эти сверх арии. Ха-ха, сразу. Будут на меня смотреть, как на недочеловека. Ну, не знаю, ну, короче. Смотри, если вот, если бы я взял просто и бегал там, то я бы просто пришел домой, помылся. И все, и то же самое было бы. Так же. Зевание, сонливость, короче. Единственное, что изменяет это drive me energy, энергетик. Он, короче, действительно воздействует. Ну и вообще кофеин вот воздействует. Ну, ненадолго. В общем, это... Я не знаю, единственный вариант — это в качалку. Вот почему витамины... А, да и вообще, короче, это все фигня с этими витаминами. Вот в затылке ощущается сонливость и вот здесь. Качалка, думаю. Там не столь смысл в том, чтобы тягать, а в том, чтобы принимать необходимые херовины, которые могут дать бодрость и настроение улучшить. Ну, хотя, не знаю, как там устроено. Ну, и, наверное, там надо, да. Так я и так, и на работе там бывает, когда тяжелый день, я так фигачу, что, можно сказать, это качалку заменяет. Так что физические нагрузки и так в любом случае будут. Фух. Надо спать, ложиться.